Сегодня праздник, который называется Пурим. Это библейский праздник, который написан в книге Эсхиля. Вот многие, ну практически, я считаю, что здесь почти все читали Библию, и почти все знают этот праздник Пурим. Поэтому сейчас просто просьба, давайте встанем все и помолимся. Помолимся Господу нашему. Дорогой Небесный Отец, Боже Авраама, Ицхака и Иакова, мы благодарим Тебя, Господи, за этот день прекрасный, Господь, за это 5 марта, 5 Адара по еврейскому календарю, в который Ты совершил чудеса, Господь, и которые ныне мы отмечаем. Благослови нас, Господь. Дух Святой, Рог и Кадеш, прибудь с нами здесь. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты дал каждому понимание, осознание, Господь, того, что произошло 2500 лет назад, Господь, в Персии, Господь, когда правил царь Ахашвирош, Господь, и когда Мардехай и царица Эсфирь сделали, Господь, великие чудеса, Господь, в еврейском народе. И сегодня мы, Господи, празднуем этот день по-библейски, Господь, так как Ты его заповедал его праздновать. И пусть Твоя сила и полнота, Господь, да пребудет в этом служении, Господь. Наполни нас, освети нас и благослови нас, Господь. Мы нуждаемся в Твоей силе, мы нуждаемся в Твоем понимании. Пусть наши сердца радуются, Господь, потому что это на самом деле великий пир. И дай нам в наших сердцах прославить Твое святое имя во имя Ишуа Хамашеха. Аминь. Я буду верить всегда, что я.
Yeah!
еврейский народ является ключом к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, или же на иврите Ишуа Хамашия, и к первому пришествию, и ко второму пришествию тоже. Это ключ. Поэтому дьявол, он всячески ненавидит всех евреев, практически. Это точно. И вот этот праздник, он связан с тем, что однажды в Персидском царстве был такой царь, или же на иврите Ахашвирош, вот. И вот эти вот события, это проходили не в Персии. Царь Артаксеркс, он вообще был лоялен не только к евреям, но он был лоялен вообще ко всем народам, когда они захватили практически большую часть земли. Вот, вы помните, и все эти события происходили после того, когда колено, два колена, иудейское колено, они начали грешить, ушли в идолопоклонство, и на это была Божья воля, что просто и так же и наша жизнь сегодня. Когда мы отходим от Господа, когда мы начинаем грешить, то Бог просто вот попускает, Он нам попускает, и мы попадаем в такие обстоятельства и думаем, почему? И со мной так бывает, и с вами. Это однозначно, потому что мы люди. Вот, причем я сейчас даже не стараюсь каким-то образом отделить себя от кого-то, это неправильно. Бог никогда не отделял Израиля. Никогда. Он говорил, ты согрешил Израиль. То есть не было там священники правые, а эти неправые. Нет. Израиль, он как в единственном лице, вот, всегда его Господь таким образом вел. И вот мы сейчас просто посмотрим, знаете, от самой глубины, откуда появился вот этот вот Аман. Просто многие люди, как бы, они даже не знают, ну, Аман бы и Аман. На самом деле, это родственная душа еврейского народа, как бы, это Амалик родился от Исава. И вот эта вот борьба, она началась, знаете, давным-давно. Это в 25 главе Бытия, помните, когда Исаак взял себе Ревеку в жену, Ревека забеременела, и у нее было два близнеца, Исав и Яков. И два близнеца впились у нее в утробе. Вот. И она пошла вопрошать Господа, Господи, что такое? И Господь ей сказал, выйдут два народа. И вот эта вот война, она продолжается по сегодняшний день. Вот этот враг Амалик, это и наш враг, и враг всех. Все, кто уверовал в Иешуа Хамашиаха. То есть суть всего этого Амалика в том, что он знал, что родится Иешуа, и он придет для еврейского народа. Он сказал, я прихожу и умираю для погибающих монстров дома Израиля. Но потом 12 апостолов пойдут в этот мир и разнесут благую весть по всему миру. И сегодня каждый человек, независимо от национальности, когда он принимает Ишуа в свое сердце, он присоединяется к Израилю. И как написано в 11 главе Римлянам, что к великой маслине прилепился. Представляете, сегодня, я еще к чему говорю, что сегодня, оказывается, в мире 43 тысячи деноминаций. Представьте себе, какой абсурд. Разве Богу угодно, чтобы столько деноминаций было? Одни одно говорят, другие другое говорят, другое говорят. И каждая деноминация права. Они считают. На самом деле Бог сделал, если мы посмотрим 11 главу Римлянам, то Он сказал, вот дерево, природная маслина, присоединяйся к нему. И делай. И поэтому здесь и делает то, что она делает. И природная маслина, конечно же, является Израилем. Поэтому дьявол, прежде всего, ненавидит Израиль. И еще 17 главу последнюю зачитаю этот стих. «И разлепил дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брак с прочими от темени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Что такое заповедь Божья? Это не просто покаялся, пришел в церковь,
И я, знаете, постоянно в последнее время, как бы, если с кем-то говорю, привожу пример 15 главу Деяний, когда был первый собор Иерусалимский, и братья Яков созвали этот собор и говорят, что нам делать с язычниками, которые присоединились. И там написано самые основные вещи. Не пить кровянки, если кто-то еще любит кровяную колбасу, откажись. Потому что там душа. Это еще написано в Пятикнижии. Вот. Не есть кровянки, не удавлять, там еще перечисляется. И вот люди остановились на этом, говорят, вот это и все. На самом деле там же не написано, не убивай или еще что-то. Прочитайте 15 главу Деяний. Потому что заповеди Божьи и благодать нам дана для того, чтобы в закон понять, чтобы понять, для чего он есть, чтобы исполнять эти заповеди, и чтобы быть упорным Господу, а не так просто покаялся. Да ладно, я хочу эти праздники. Евреи, пусть они и празднуют. Такой вот абсурд. Поэтому я уже, если кто-то записывает, запишите Исаия 66 глава 7 по 10 стих, 26 глава 17 стих, там тоже написано об Израиле, что он рождал в муках. Исаия, он как новозаветный пророк, говорил о рождении Мессии, о рождении Ишуа. Вот. И уже мне показывают, что время оканчивается. То есть я к чему хотел все сказать, в принципе, что если сегодня мы подразумеваем Исфирь как невесту, то невесту Бог будет избирать не такую, которая вся наполовину мирская, наполовину всякие к ней прилипли там праздники мирские и все прочее идут из этого, из Вавилона. Вот. Поэтому такую невесту Бог, конечно, не хочет себе видеть. Он хочет видеть невесту без порока. Без порока. И мы можем на самом деле сравнивать сегодня, какая она должна быть. Мы можем видеть это в Писаниях, мы можем видеть это в Иисусе, что он нигде не учил отменять какие-то заповеди, праздники, субботы. Никогда. Если бы он этого учил, тогда бы был другой вопрос. Мы бы сегодня могли сказать, ну да, вот Иисус написал же, не празднуй шаббат. На самом деле нет. Или там отмени вот эти вот праздники. Поэтому я говорю к тому, что нужно просто не стремиться к какому-то единству, к единству, которое приведет к благодати всей, к полноте всей церкви. И я верю, что мессианские общины, которые сегодня рождаются и которые будут еще рождаться, они будут еврейская составляющая, как и в первом веке. В первом веке было так, пришел просто однажды царь Константин в 325 году, и все переменилось. Даже уже до этого начало переменяться. И языческие культы, праздники вошли, все позаменялось. Поэтому сегодня Бог хочет, чтобы его невеста, она была на самом деле чистой и непорочной. Я уже просто не буду зачитывать тогда вот эти вот дела врачей. Могу, если кому-то очень интересно, дать, у меня тут напечатано, потом скопируйте и отдадите. Там вообще интересные вещи, которые произошли в 53-м году. Давайте тогда оставим, просто помолимся. Помолимся, и потом сестры с братьями сделают сценку, «Буречки» называется. Дорогой Небесный Отец, Господи Боже наш, мы благодарим Тебя, Господь. Прости, Господи, каждого из нас, если в каком-то сердце сегодня есть дух антисемитизма, удали во имя Ишуа ха-Машиаха. Дай увидеть, Господь, дай видеть то родство, Господь, церкви, первой церкви, когда она родилась в первом веке. Дай увидеть еврейские корни в церкви, Господь, чтобы они не отделяли церковь от Израиля, Господь. Потому что Израиль есть ключ к тому, чтобы пришел Ишуа и в первый раз, и второй раз, чтобы благословляли Израиль, чтобы молились за Израиль.
Благослови сегодня каждое сердце, которое здесь есть. Наполни Духом Святым, Господь, всех нас. Мы нуждаемся в Тебе, Роль, как Отец Дух Святой. Благослови нас, Господь. Дай нам, Господи, повеселиться на этом празднике, этот пир, который, Господи, Ты сказал, делайте его из века в век ради победы над Амалеком. Но чтобы, Господи, мы знали, что этот Амалек, это враг наших душ, который ходит за нами все 24 часа, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И дай, Господи, каждому из нас противостать ему крепкой верой, Господь, чтобы он не прикасался к нам. Я молю Тебя, Господи, помажь кровью Ишуа каждую душу, которая здесь есть, защити, Господь. Открывай сердце еще больше, наполняй светом, миром, радостью, любовью, благодатью, Господь. Пусть мы будем утверждаться, Господь, на Тебе, Ишуа, за все Тебе славу, хвала, честь и величие, во имя Ишуа Хамашеха. Аминь. Драгоценные, добрый вечер! С праздником вас! С праздником, не просто праздником, а с карнавалом! Сегодня в Израиле, то есть мы передаем эстафету Израилю, и там будет праздник. Если бы вы знали, как там все одеваются, карнавальные костюмы. И давайте договоримся на следующий праздник через год. Мы с вами придем все в разных карнавальных костюмах. Можно очки вот такие купить, можно ободочки купить, можно какой-то костюм шить. Но чтобы у нас получился настоящий карнавал. Ну, хоть похлопайте чуть-чуть. Итак, что я хочу сказать? Кратко-кратко, быстро-быстро. Вот для чего Господь создал солнце? Для света, для тепла, луну. Для того, чтобы светило ночью. Ночь и день. 7 дней в неделю. 30-31 день. И даже 29-28. Это целый месяц. 12 месяцев это год. И вдруг среди всего этого множества дней, оказывается, Господь постановил, 5 марта будет Пурим. Вы никогда не задумывались, а почему конкретно 5 марта? Да потому что Господь этим самым днем говорит нам: дочь, сын мой, сегодня я к тебе приду в гости, я хочу встречи с тобой. То есть это свидание с нами, драгоценный брат, драгоценная сестра. Прямо сейчас, здесь, на этом месте, Господь назначил нам свидание. Ну, поплодите. Знаете, как мы сейчас искрометно проведем вот этот маленький спектакль? Пастор Николай уже сказал. При имени Аман топаем. Но не только будем топать, еще и свистеть, еще и кричать. Дуть вот эти дудочки, а сейчас Никита раздаст детям и даже взрослым. Как только я скажу «Аман», вы начнете свистеть, кричать, топать, а дети свистеть в эти трубочки. Да, а еще. Вместе с нами, согласны петь? А Андрей выглядит тексты песен там, на экране. Итак, такое вам пожелание. Сейчас не свистеть, не кричать, не топать, не танцевать. Когда будет сказано слово «Аман», примите такие слова. Пусть веселье Урима обратит все ваши несчастья во благо. Ну,
Снова в этом зале собралась община. Это значит Пурим. Значит, Пурим нас тут всех собрал. Это значит песня. Значит, смех. Снова есть причина. Это значит время. Он врагов на место ставит, ну а коль в царстве мир, закатить любил он пир. А теперь споем! И стройна, перед челядью спесива, нежь послушна и верна. Царица, выходи! Танцевать и петь не буду, не пойду, у меня мигрень. Ты, конечно, понимаешь, я больна, как третий день. Что я слышу? Нет уж боли царских сил. Царь был парень симпатичный, но недавно взят орел, а вот счастье в жизни личной, ох, не сразу приобрел. Первая жена ни разу не пошла на компромисс, и пришлось казнить. В назидание, впрочем, мисс... В одиночку жестко ложе, в одиночку царь не ест. День и ночь забота гложет. Для смотри, созвать невест! Стала двери около. Раз красавица, Эстер. Thank you.
сказал ей мудрый дядя. Вижу, будущее глядя, что по гробу близок срок. На евреев Бог сердится, ведь грешат и день, и ночь. Лишь всевластная столица может нации помочь. Так давай, сестер, скорей-ка, первый стань, глаза открыли. Скрой пока что ты еврейка, но сюда я хмурю. Чудо-то, что за семейка? Через столетия такие дела. Ахашверош взял царицей еврейку. Прочь от сеев, как Бог привела. Славься, Израиль, удача какая! Лев Мордекая, племянница, вдруг стала царицей огромного края. Тут тебе север, а там тебе юг. Тише, брат, тише! Здесь рабство, не рай. Уже мама... Тише, брат, тише. Здесь рабство. Не рай. Уши имеют и стены, и окна, крыши, двери. Чинар и дом, уши Амана не как холодно. Молодцы. Тянутся выдать все, обо всем. К царю идет царица. С испуга, царь. Предательство! Дядя Мордекай говорит, что тебя хотят убить. И выполнив приказы в мире преступников повесили. Был тут же в книгу вписан Мордекай. Выходили в графу. Во благо, почести, считайте. Дни летели и менялись люди часто при дворе, и поднялся среди многих ретроградный интригар червь по имени Аман. Зато Аман бесславный иудея не взлюбил. Кто ты есть? Спросил сурово. Что не хвалишься? Ну? Иудей и право слова поклоняюсь одному господину иудею. Поважнее всех господ, Богу славному еврею. Так зовется мой народ. Мика, злости с перепея, в тот же час она царю. Иудеи, больно вот, посмотри, предлагаю всех решить. Впрочем, поскорее эту проблему разрешить. Я вам даю слово, что вас обрел за мной. На Израиля народ, и от имени царя злой Аман издал указ. Он, короче говоря, истребить велел за раз иудеев поголовно, и детей, и стариков. Мордекай идет к царице. Слушай, Эстер, червь Аман притворяет в жизни свой план. Твоего народа дочь, ты обязана помочь. Обратись скорее к царю, сделай так, как говорю. И не бойся никого, кроме Бога одного. Эстер мудрая жена назначает пир. Она. Муж мой, царь мой, приходи
на пир домой. Что ж, любимая, приду. И Амана приду. Я, конечно, рад бы был, если пир вас посетил. Пир здоровый, вино рекой, царь довольный и хмельной. Что, любимая, грустишь? Что на сердце ты таишь? Я отвечу, но вперед мой вопрос задать черед. Кто однажды в грозный час нам царя от смерти спас? Кто однажды верен был? Всегда нам верен был, но наград не получил. Как? Я что-то позабыл? И о ком-то... Позабыл? Позабыл? Как Аман мне поступить? Чем героя наградить? Не мне ли разговор? Царь, таков мой приговор. Царь передает одежду, коня, а потом пускай 3 дня на весь город пусть трубят, чтобы знал и стар, и млад, что к тебе, если муж приближен, уважением не обижен. Здесь мы собьете вереницу перекрутим, чтобы достичь финала одного. Коварный план Амана. Молодцы! Разрушу! Все злое преврати в добро. Дело сделано. Нет. И вот... Остановись. Мордыхай! Слово. Мордыхай! Ты мудрый старый, не подскажешь, как тут быть? Не могу я запретить иудеев погубить. Я, мой царь, всех упряжу, о погромах расскажу. Если черный час придет, пусть готовится народ. Иудеи с этих пор смогут дать врагу отпор. Ну, тогда евреям сам я оружие раздам. Дело сделано, и вот победил святой народ, и в честь дня такого пир был 2 дня на целый мир. С той поры, а если все выходим, с той поры, из года в год, какой праздник настает, веселится и поет. Господь Израиль, мы преклоняем наши сердца пред лицом Твоим,
Боже, благослови нас в этой трапезе, Господь, прими с нами участие в этой трапезе. Благослови все кушанье, Господь. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам все эти явства, которые сегодня есть у нас, Господь. Пусть Твоя рука прибудет с нами. Наполни наши сердца радостью, миром, любовью, благодатью Твоей, Господь. Дай еще больше благодати, чтобы изучать, испытывать и изучать Твой закон, Господь, который есть живой, был и будет. За все Тебе славы, хвала, честь и величие во имя Иешуа ха-Машиаха. Аминь. Я на крыльях любви лечу, надо мной твоя благодать.